Сейчас Маленку веду в ее двор, в котором она первые 2 года своей жизни провела. Сейчас посмотрим, как она вспомнит или нет. Мы уже идем за нашим домом. Может, боюсь еще немножко. Ну, я тоже переживаю. Я здесь, я весь всю свою жизнь здесь провел, половину. Я только просто стесняюсь сильно. Я никогда их почти не видела. Ты хочешь, близнецов хочешь увидеть? Да. Ну, я не думаю, что ты их увидишь. Ну, идем туда. Смотри, сейчас прямо они. Сейчас будет наш двор, в котором ты в колясочке была. И это тоже ты здесь погуляли. Наш подъезд там когда-то был. Вон там. Ничего? Я не помню. Не вспомнилась? Нет. Ну вот стадион, на котором ты гуляла. Я еще не вспомнила. Не вспомнила? Ну идем дальше. Стадион, смотри. Ты здесь гуляла. Вот тут гулял. Я тебя, тебя в коляске возил. Честно? Честно. Человек. Человек. Это не помещается кое-что. Кто там? Человек. Меня. Неровно. Телефон крыло перевернул. Так, нет. Ну что ты, ну как видео, так вот так. Расстроился. Не видно как. Шо? Вон, у меня уже слезы набирают. Как, ты не помнишь это? Вот тут я тебя вот на колясочке возил 500 миллионов раз. С мамой ты тут гуляла, дедушка, с бабушкой. На зону тут ходила. Как, не помнишь? Оля, вон, в кармане школы я тебя... Да, мам, ну что ты прицепил? Солнышко, я подожди. Доча. Доча, ты первый раз в жизни ходишь по земле. Доча. Чудо свершилось, ты появилась на свете. Ты первый раз ходишь по земле. Представь, Доча. Алло. Ты слышишь? Первый раз по земле. Посмотри, сколько всего прекрасного. Иди сюда, ляси, ты там ногами скопырляешь. Доча, футбол хочешь погонять? Папа тут твой перекопал сколько земли. Дима! Дочечка! Да ну что, мяч? Мяч под контролем. Доча! Я делаю. Иди к папе, иди сюда. Иди сюда. Поцелуй папу. Поцелуй папу. Поцелуй папу. Папу поцелуй. Да нет, а что? Нет, я хожу, нет, первый раз сидит. По земле хожу, по круглой земле.
Он, бабушка клюкнула и смеется. Привет. Первый раз, первый раз. Дотя, подожди. Адя, уходим, Дот. Ты уже марафон бежишь, Дотя, харьковский марафон бежишь. Дотя, уже марафон пробежал. Дотя. Дотя, как я... Сделай так же, себе сделай. Себе так же сделай, смотри. Два пальца вот так сделай. Так, ой, ой, не догоню. Ой, не могу догнать. Идем туда к подъезду к нашему. Где? Где? Идем, вон наш дом, вон подъезд, идем. Пошли, я тебе покажу. А где друзья? Наш подъезд, я не знаю, где твои друзья. Может, кто-то из них, они ж выросли. Может, это твои друзья, я не знаю. Идем к подъезду, подойдем. Может, подъезд помнит. А может, он твой, может, он, Мален. Смотри, может, он близнецы, я не знаю. Они там, может, гуляют. Но они должны по-любому быть одинаковыми. Одинаково одетыми. Но их нет. Пошли к подъезду подойдем. Может, мы. Но мы же еще их не видим. Но мы видим, я очень. Ну, не увидим, их нет. Где их? Ну вот наш подъезд. Видишь, вот тетя заходит. Ты помнишь что-нибудь? Я ничего не помню. Ну как ты ничего не помнишь? Ты. Это недавно было. Вот наш подъезд. Это зима, я вообще ничего не помню. Я помню, как я была. Я помню, как у девушки я жила. Вот, смотри, наш подъезд. Вот тут я тебя вывозил с него. Вообще ничего не помню. Вот. Вообще ничего не помню. Разница же, вот, вот наш подъезд. Вот тут тебя маленькую Лялю я каждый в течение 2 лет вывозил. Каждый раз, вот. С подъезда. Не очень помню. Ничего не помнишь? А вот отсюда вид, видишь? Не помнишь? Ты тут ходила ножками. Нет. Вообще ни о чем говорю, я не помню ничего. Ну, печаль. Печаль, тоска. Thank you.